Турнир «Судный день». Опытный спутниковый комплекс «Ахиллес» предназначен для нанесения ударов супероружием. После окончания испытаний станция спутниковой связи была законсервирована. Но противник собирается активировать станцию и нанести удары по нашим позициям. Опередите противника, используйте научную технику, чтобы активировать станцию и устроить противнику «Судный день». Всех приветствую, командиры. Турнир «Судный день», карта «Уединение». Клан «Приговор», игрок «Убивашка», 24 ранг. Итак, друзья, что мы с вами имеем? У нас с вами начался турнир, идет подготовительный этап. Обратите внимание на базу. У вас 4 уровень штаба, у вас есть 2 завода штурмовых машин, 1 завод специальных машин, 4 казармы, 4 центра снабжения, 2 авиазавода, 2 аэродрома и все это первого уровня. То есть все это нужно улучшать. Также много электростанций, есть ПВО, есть оборонительные сооружения. Также обратите внимание, у вас вот здесь стоит пусковая установка. Пусковой установкой управляет бот. Уничтожить ее нельзя. Обратите внимание, стоит щит. Вот. Не пытайтесь, все остальные здания можете уничтожать, кроме пусковой установки. Пусковая установка Full ранг. Если у вас 20 ранг, значит она full 20 ранга. Если 25, значит full 25 ранга. Так, сейчас во время боя я вам все расскажу и покажу. Также обратите внимание, есть контейнеры на базе и есть контейнеры спорные. Бой начинается с эффектного удара по центру карты с супероружием. Просто вообще заглядение, бомбезный турнир. Так. И что я делаю дальше? Голд-разведка, подготовка пехоты, голд-разведка. Идем собирать контейнеры. Ваша задача собрать спорные контейнеры, которые находятся по центру. Чем я, в принципе, сейчас и занимаюсь. Также можете обратить внимание, произвел героя. И буду сейчас вылетать героем, да, и помогать героям. Так, какие-то спорные контейнеры у меня получилось забрать. Причем забрал я их неплохо. Так, и еще хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Имеется специальная техника, вот она. Появляется она возле шахты. Вот видите синенькие стрелочки. И эту специальную технику нужно перегнать на станцию связи. Вот она, станция связи, которая в дальнейшем активирует пусковую установку. И пусковая установка сделает выстрел по базе вашего противника. Давайте сейчас воочию, скажем так, все это дело понаблюдаем. Видим, что противник уже вперед меня прибыл на станцию связи и пытается ее перехватить. Мой герой ОСА отрабатывает по специальной технике противника. Обратите внимание, плюс отрабатывает авиация. Вертекс охотится за моей авиацией. Все-таки у меня получается уничтожить специальную технику противника. И моя специальная техника захватывает станцию связи. И сейчас будет нанесен удар ядерным оружием по моему противнику. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот здесь один вертекс летает, но он ничего не может сделать. ОСА у меня 7 класса, более-менее бронирована. Вот сейчас, обратите внимание, захватывается. Сейчас готовится пусковая установка, будет вылетать ракета и будет суперудар. Будет удар с супероружием по базе моего противника. Как я и говорил, супероружие full ранг. Неважно, какой у вас ранг, у вас будет она фуловая. Потому что ей управляет бот. Так, ну что, здесь вот видим, идет Зевс, и мои кречеты пытаются по нему отработать. Смотрим, что будет происходить дальше. Видим, что противник восстанавливается, пытается ставить центр снабжения. Я выхожу в героя, буду играть Левиафаном, также произвожу хамелеонов и произвожу кречетов. У меня до сих пор 4-й уровень штаба. На самом деле, мой противник в этом бою совершил грубейшую ошибку. Он сразу же на развертке апнул 5-й уровень штаба. Как вы могли наблюдать, у вас прям в верхнем углу, да, вам давались ресурсы. Начальные ресурсы. Вы должны были их потратить на улучшение заводов, но никак не на ап 5-го, до 5-го уровня штаба. То есть у вас сейчас 4-й. Вот. Это вы, получается, тратите сразу очень много ресурсов. Не надо этого делать. Так, вот здесь лечу разведкой, посмотреть специальную технику противника, и как раз она была подбитая, она выдвигалась к
как раз вот на захват станции связи, и мои клетчатые вылетели прям вовремя, и я смог уничтожить специальную технику противника. Здесь, обратите внимание, под хамелеоном двигаю специальную технику и ставлю ее, значит, на захват станции связи. Как вы могли заметить, специальная техника была красного цвета. Как только она зашла в поле зрения станции связи, в диаметр круга, она сразу же пожелтела. Это говорит о том, что захват пошел. Так, смотрим, что происходит дальше. Дальше захватываем, и сейчас будет удар супероружием по противнику. Интересно, куда будет происходить удар? Наверное, вот здесь точно. Смотрите, удар проходит вот здесь. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Здесь вылетаю еще кречетом. Сейчас, по-моему, пролечу над местом удара. Попробую что-то еще там подбить. Вот. Пролетаем. В принципе, все здания уничтожают с одного залпа. А здесь я летел посмотреть специальную технику. Возможно, противник пошел захватывать станцию связи. Так, у меня опять появилась специальная техника. Опять мне ее нужно выдвигать. И так каждый раз. Вот. ТГХ я специально отодвинул, мало ли будут торы, противник попытается как-то проатаковать. Здесь вот пехотинца на засвет поставил, нужно в принципе пехотинцев ставить везде на засвет. Так, ладно, смотрим, что происходит дальше. Вот, я все-таки думаю, вот тут идет у нас разведка боем, смотрите, Зевса щит по центру стоит у противника, плюс у него имеются вертексы, вертексы начинают охоту за моими кречетами. Я вот что думаю, если бы мой противник не апнул пятый уровень штаба на развертке, то есть свои ресурсы вложил бы, например, в улучшение заводов, да, или еще куда-то, вот, на постройку героя сразу же, то я думаю, у него бы получилось меня в этом бою победить, у него было бы явное преимущество, да, потому что прокачка у него хорошая. Ладно, смотрим, что происходило дальше в этом бою. Также у меня, можете обратить внимание, производится герой Левиафан. Я тоже буду играть героем. У противника, кстати, уже Солярис имеется. Я только-только произвожу. Вот, обратите внимание, здесь уже Солярис под щитом. Вся надежда на Соляриса у противника. Вот, но у меня достаточно ягуаров, и они неплохо отрабатывают. Также вот вылетают кречеты. Обратите внимание, выдвигаю специальную технику в круг. И почему-то опять не идет захват. По-моему, ее нужно разложить. Да, по-моему, ее нужно разложить, только тогда будет производиться захват. Скорее всего, по-моему, ее нужно раскладывать. Точно не помню. Вот опять я ее вывел из поля зрения, да, радиуса круга станции связи, и захвата опять нету. Да, вывел. Нужно, так что следите, да, следите за тем, чтобы она была в поле зрения радиуса круга. Вот, вертексы летают, наносят урон. Урон неплохой, вот здесь вот что-то прям соляра стоит, одна одинешенька, ничего не делает, у меня уже Левиафан подошел. Как я говорил, это подготовительный этап, здесь игроки оттачивают свои тактику, да, а потом, вот, пошел захват, а потом в основном этапе начинают эту тактику применять. Так, Солярис отлетает, Зевсощит пытается забраться в туман, да, хоть как-то что-то сделать. Здесь вот идет супер удар оружием. Это, по-моему, уже третий удар, да, уже идет. И вот здесь идет специальная техника, смотрите, бабах. Мне, кстати, здесь повезло вдвойне, уничтожил специальную технику противника, да, плюс нанес ядерный удар. Противник вышел в торов, то есть будет бомбить мой ЕГХАМ. Мне нужно маневрировать чаще, вот, стараться не стоять на одном месте, потому что торы не дремлют, да, торы очень хорошо попадают по ЕГХам, и ЕГХам просто тает. Так, по мне тоже был нанесен удар супероружием, здесь можете видеть, я, кстати, этот момент упустил, не показал вам, все-таки он захватил станцию связи, и по мне тоже был прилет. Так, вот здесь, смотрите, лечу на разведку кречетами, посмотреть, что происходит на базе, как раз вылетает тор, и вот здесь вот у меня двигается ЕГХАМ, куда будет бить, и бьет прям точь по ЕГХАМу. Вот, тор, по-моему, упадет, голд воздух не работает, но тор почему-то падает. Так, так, также летает вот тут вертекс на разведку, еще один тор летит, но вот этот тор уже промахивается. Специальная техника выдвигается все ближе и ближе к
станции связи. Вот тут я принял решение на самом деле проатаковать базу моего противника. Что я намеревался сделать? Пробиться сквозь оборонительные сооружения и добраться до аэродромов. Мне нужно было лишить его торов, чтобы он не бомбил мне заводы, не бомбил мою армию, которая будет стоять, например, и захватывать станцию связи. Кстати, пока я атакую, я захватываю станцию связи. И не факт, что противник не делает то же самое. Вот. В этот момент нужно атаковать, захватывать, следить за захватом. А еще нужно следить за тем, чтобы противник не захватил. То есть нужен очень большой контроль. И вот здесь смотрите, что происходит. Подходит Зевс и щит противника, но я почти успеваю захватить. Я думаю, что я успею, да, я успею, но противник почти подошел. И все-таки будет нанесен удар супероружием. И как раз в то место, где у меня находится Егхам. Также противник тоже захватывал. И обратите внимание, он ударил лучом по моей базе. То есть у нас такой обмен супероружием, суперударами, супероружием. Вот. Здесь вот Зевс и щит пытается уничтожить мой Егхам. Да, я сейчас включу хамелеон и утрапаю от него. Так, что происходит дальше? Дальше концентрирую армию на центре. Сейчас буду стягивать все туда. Вот. Потому что я постепенно, потихоньку начинаю терять свою базу. Начинаю восстанавливать центр снабжения. Да, у меня всего лишь 4 осталось. Нужно восстановить. Вот. Также нужно... 2 завода штурмовых машин есть. Нету завода хамелеон. А, нет, есть. Сори, есть. Вот. Завод спецмашин тоже есть. Первого уровня. Так, и вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот есть, значит, Солярис, да, где моего, значит, Левика уничтожили, да, моего Левика уничтожили. Вот у противника есть Солярис, и он сейчас попытается захватить специальную станцию связи специальной техникой. Вот, смотрите, вот она, специальная техника выдвигается, сейчас будет захват происходить. Как это все уничтожить, я не знаю. И вот тут на самом деле меня прям вот напрягает один момент. Ягуар где-то там наверху, сейчас они вот сюда прям в угол в поребрик упрутся, а потом будут объезжать. И вот это вот на самом деле напрягает. Так, смотрите, у меня всего лишь один ягуар, 2 вон наверху, сейчас пока будут холм объезжать туда-сюда. Вот. И в принципе, я, наверное, все-таки не успею уничтожить специальную технику, потому что у меня всего лишь один ягуар, плюс тут еще соляра обороняет, и противник захватывает. Противник захватывает, и сейчас по мне будет нанесен удар лучом. Интересно, куда будет бить? Ну, опа, смотрите, бьет. О, сейчас будет очень больно. Успел ягуар отменить? Нет, не успел. Вот это было на самом деле очень больно и жестко. Соляру я убил, все-таки убил, 2 ягуара мне помогли. Здесь у противника на самом деле осталось немного армии на правом фланге. Неизвестно, что происходит на левом фланге, так? И вот здесь у меня готова специальная техника, и мне, в принципе, желательно захватить станцию связи и ударить по противнику. Сейчас давайте посмотрим, что будет происходить. Так, здесь опять идет, значит, разведка. Посмотрели, что на базе у противника происходит. У него тут аэродромов нет. В принципе, он уже перешел чисто в наземку. Здесь вот небольшой Зевс и щит. Так, здесь нет, по-моему, специальной техники. Не обратили внимания? Есть там специальная техника? Нету. Так, моя специальная техника едет на правый фланг. Он, видать, захватил левый фланг. Копит там армию. Тут у него по центру тоже стоит армия. То есть он перешел полностью на земку. Я, в принципе, тоже делаю левиафана. Так, и сейчас, где моя специальная техника, вот она еще только едет. Я принимаю решение оставить одного хамелеона со специальной техникой, чтобы вдруг нечаянно ее не выбили. Сейчас включу хамелеона аккуратненько. Вот, и попытаюсь сейчас с левого фланга выбить Зевса щит. Так, захват пошел. Сейчас будет удар супероружием. Ай-яй-яй, и по мне тоже сейчас будет удар супероружием. Противник захватил. Да, вот, смотрите, прям по базе. И это будет очень больно. Прям очень больно. В этот момент я просто прям вот был жестко зол. И сразу же пошел по центру в атаку. Здесь противник пошел на меня в атаку, но у меня будет готов левиафан. Так, здесь соляра гуляет, смотрите. Здесь соляра, здесь Зевс и щит. А у меня здесь Левик, а здесь Егхам. В принципе, я начинаю уничтожать базу противника. У него имеется только дозаказ, я это понимаю.
Также сейчас противник будет пытаться строить оборонительные сооружения, и мне нужно будет их быстро-быстро уничтожать. Недоконтроль, дикие убегают, хамелеоны вон какие-то торчат, не вся армия под хамом. Вот он начинает строить. Так, и что происходит у нас? Где специальная техника? Вот специальная техника выезжает на центр. Левик, я гоню к Зевса щиту. Нужно уничтожить Зевса щита. Также есть герой Цербер, который тоже неплохой урон наносит. Так, и вот здесь пытаемся справиться с дозаказом, пытаемся справиться с построением ракетных установок и пытаемся уничтожить заводы. Да, и желательно, конечно, уничтожить штаб. Вот. Здесь бахнул Левиком, Зевса щит размотал Левиком чисто. И вот здесь начинает гулять Соляра по моей базе. Мне сейчас нужно Левиком догнать Соляру и как-то ее обезвредить. Не знаю, какого класса Соляра у противника. У меня Левик, по-моему, 7 класса, да. Ой, сори, 6. 6 класса, по-моему, да. 6 класс. Вот начинаю отрабатывать, обратите внимание, нужно прям за Солярой как-то успевать бегать. Левик у меня не до контроля, мне нужно контролировать и здесь, вот. Но если чисто контролировать Левиафана, да, нужно, он медленный, нужно все время играть на опережение. Как только увидели, что противник двинулся в ту же сторону, тоже сразу же двигайтесь в ту же сторону, вот. И моя автопушка начинает потихоньку отрабатывать по Левику, пока он тут здание роняет. Так, у меня произошел захват. Станции связи. Я ударил по базе противника супероружием. Вот. Левика. Левик все-таки Соляру не догоняет. Вот тут я отстраиваю штаб. Он мне еще и штаб снес. У меня опять появилась специальная техника. У противника, наверное, тоже. Так, вот здесь он мне пытается снести штаб, но я ставлю еще один. То есть ресурсов у меня достаточно. Вот он пытается снести штаб, пока он сносит штаб, я сношу его. Ну и смотрите, я уничтожаю Солярис. Кое-как, худо-бедно, я все-таки уничтожил Соляру. Так, вот здесь противник с тройдворами пытался отстроиться. Видим, что у него остались еще здания. Противник пытается что-то сделать. Леву откидываю на правый фланг. И вот здесь специальная техника противника. Смотрите, банку кидаю, ядерку кидаю Леву на опережение, попадаю и вообще четко. Все. Нету специальной техники, нету базы противника практически, да, у меня еще какая-то база осталась. Есть средства, чтобы отстроиться, и в принципе в этом бою я побеждаю. Вот такой вот, друзья, турнир нас с вами интересный ожидает. Можете покидаться друг в друга супероружием, вот. И я думаю, будет весело и интересно. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока и до новых встреч.